обожаю рекламу по радио. Обожаю. Я как бы по телеку не против ее смотреть. Я смотрю телек. Что реклама всегда несет в себе очень полезную информацию. Очень. Это как новости, это как... Как что-то либо. Я могу и не смотреть рекламу. Моя реклама на радио сыграла главную роль. Я не понимаю, как здесь ехать, когда там уже красный, здесь зеленый. Здесь сегодня здесь. Нормально? Это есть верный свет? Нет, это красный свет светофора. Я откуда знаю, ехать тут или не ехать? Думай давай. Красный? Посмотрим. О, ехать надо. Тут это на видео будет в кино. Мы остановились, потому что красный. То есть я задумалась, как пешеходы, люди стоят. Этим нас объехали. Я посмотрела, что они нас объехали. Поехала тоже. Типа нас объехали. Что там идет вообще что-то? Пишется где-то. Да. Красная рука на камеру. А? Цветы на камеру уже нюхала. Так я лично знаю эту девочку, с которой мы едем. Да, я у нее на ночевке оставалась. Прекрасно, меня что там не было. Вот. Сейчас ее увидишь, поймешь. Хорошо. Вика Горелкина, что ты говоришь тебе, Борис? Ой, сжечь страницы, где она с тобой, где сумела стать твоей тоской без предела. Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой солнце зажигать будет небо. И наступит день, где ты не был. Смотришь на глаза, сколько можно дать, проще самому сказать. Маршрутка, ладно, если маршрутка нервничает, я понимаю. На Калифорнию, куда ехать? Я бы по Крупской пошла в объезд. Почему? Там один светофор, потому что. А тут, я не знаю, сколько будет светофоров. Два. Интернациональная.